YouTube перестал оповещать о новых видео. Если ты не хочешь пропустить мой новый ролик, обязательно нажми на колокольчик и включи все уведомления. What's up, бро? И это старая добрая рубрика приколов над игроками. Сейчас я на админском аккаунте, и у меня есть вот такая вот команда, введя которую я могу телепортировать к себе любой автомобиль. Но когда я слежу за игроком в машине, эта команда работает немножко по-другому. Вот, например, обычный таксист. Я ввожу эту команду, и его машина телепортируется куда-то вверх. Он вообще ничего не понял, потому что в чате у него ничего не высвечивается. То есть игроки не будут знать, что прикалываюсь над ними я. Я тут пока в баньку схожу, а ты поставь лайк. Короче говоря, при помощи этой команды я просто могу управлять машинами других игроков. Вот, например, чувак просто куда-то едет, а я такой его оп и телепортирую куда-то вверх. Что-то он не понял, что произошло. Ну, понятное дело, он с таким впервые сталкивается вообще. Давайте-ка еще разок. Просто его откидывает назад. Так, он вышел из машины. Короче, он пересел в другую машину, в гелик. Наверное, думает, что с этой тачкой такого происходить не будет. Опа! Что такое? Что за фигня вообще? Какие-то машины все баганые. Пока он остановился, давайте пошалим. Он даже вышел из машины, короче, потому что вообще не понимает, что происходит. А это еще что такое? Машина просто в воздухе повисла. Короче, братан, не знаю, как ты ее теперь будешь доставать. Разбирайся с этим сам. Я смотрю, тут в радиоцентре как-то скучновато. Телепортируем сюда тачку. Они даже не замечают, что я телепортировал сюда машину. Давайте прям в кабинет. О, прям вот так, отлично. Ахахаха, блин. Немножко, правда, застрял в текстурках, но я думаю, ничего страшного. Так, ребят. Ребят, тут такое дело, я походу нашел какого-то читера, потому что здесь происходит, я просто не могу объяснить по-другому. Мне кажется, читеру явно требуется лечение, потому что он походу больной на голову, раз использует читы. Телепортируем его в больницу. О, нифига! Че, братуха, дочитерился? А это военка, я так понимаю, да? Мне кажется, очень подходящее место для... Давайте вот этих вот двух голубков телепортируем туда. Стоит такой, ничего не подозревает. И тут, оп, добрый вечер. Опа-на, ага. Что за? Давайте-ка сейчас напишу за водителя. Я бешеный, беги. И он просто уехал отсюда. Телепортирую еще раз. Оп, что за фигня? Братуха, не стреляй, пожалуйста. Ну что ты всех сразу стреляешь? Да, военная зона, и что? С кем не бывает? Ну блин, попали ребята случайно. Оно сюда тэпает. Давай уезжайте по-хорошему. Ты издеваешься? Так, ну, вроде как уехали или нет. Я читер, вам конец. Это, если что, я за него написал. Короче, походу, они выкупили, в чем прикол. Так, тут какие-то братья-близнецы на машинке едут. Даже вон, фамилии у них одинаковые. Так, Нефоров мы на нашем сервере не приветствуем. Я думаю, Нефоров надо тоже в больничку на лечение. Опа! Чё за фигня? Мужики, ну как вы, блин, заехали прям на ресепшн, ё-моё. Я такси не вызывал! Мы Нефоры, нас вылечить надо. Ну, админ, как всегда, не вовремя заспавнил тачку, ну и игроков тоже. Короче говоря, админы, как всегда. Напишите в комментариях хэштег админы, не мешайте снимать. А то они, блин, не понимают. Что-то здесь очередной таксист заскучал. А может быть, его в тюрьму телепортировать? Опа, братанчик, что-то ты как-то не очень припарковался, по-моему. Давай сюда поближе. Он даже из машины вышел и чё? Все, ты типа смирился с тем, что ты в тюрьме? Бро, да тебя никто в тюрьму не садил, ты чё? Обратно сел в такси и смотрите, к нему зэк сел. Бро, на свободу выехать, 1 лям плати. Смотрите, все садятся к нему в такси. Вот это я ему бизнес сейчас устроил. А давайте сейчас реально их из тюрьмы достанем. Ой. Походу, мы из тюрьмы их уже не достанем, потому что водитель умер. Бро, ну садись уже скорее в тачку, потому что сейчас я телепортирую тебя прямо к админу. Ну, типа к админу, к вот этому вот чуваку, который просто стоит в АФК. О, ну чё, отлетаем! Это, если что, я пишу за этого чувака. За что? За читы? Какие? ВХ на оленей! Можем в ДС, проверяйте, что вашей душе угодно. Да я все и так видел. Бан с обнулением. Так проверьте для начала.
сначала. Я не пользуюсь такими штуками. А как ты ко мне тогда телепортировался? Я тебя не тпхал. В репорт ты так хотел написать, что провалился куда-то. Ладно, давайте их оставим вот так вот прям наедине и посмотрим, как долго он еще будет с ним стоять и думать, что это админ. Наверное, это будет слишком жесткий прикол, но ничего страшного. В ДС идем с вами. Прикиньте, как этот чувак, который врач, удивится, когда выйдет из АФК, что с ним стоит какой-то чувак и думает, что он админ. Короче, ладно, оставляю вас тут наедине. Так, по-моему, кто-то не оплатил налоги. Давайте тэпнем в банк. Опа! Братишка, ну ты хоть выход не перекрывай на своей машине. Чё? Читер! А как? Ты читер! Его уже просто без разбора в читерстве обвиняют. Я просто ехал. Давайте поможем ему признаться. Я читер, да. Это правда. Тяжело быть читером. А тачку-то у него уже угнали, по банку просто катаются. По-моему, я зафиксировал превышение скорости. Чё, телепортируем его в Деморган? Добрый вечер. Чё за нафиг? Чё-то здесь вообще происходит странное, все проваливается под текстуры. Мужики, а вы чё плаваете-то, блин, здесь же пол. Кажется, у меня с игрой какие-то проблемы, потому что я просто могу ходить сквозь стены, блин. Я чё, привидение, что ли? О, еще один чувак сидит у себя дома в АФК. Ну-ка, телепортируем. О, добрый вечер. Ну что, ребята, читерим? Ты читер. Не. Отлетаем. Это баг какой-то. АФК или ОФ бан? А мы где? Есть что сказать или сразу баню на 2К? Это чё? Так, достанем их чуть-чуть. Пиши админом. Пишу уже. Я админ. Баню вас или что-то скажете еще? Чувак, чтобы вы понимали, просто сидит, блин, даже не встает. Я честно говорю, могу в ДС зайти и доказать. Я в офиге, что это такое? Короче, понятно, сознаваться не собираетесь. Братан, ну, по-моему, машина твоя слишком большая для дома, нет? Бан 158, 2000 чит. Блин, да мы не читеры. Бан 2, 2000 чит. Я, блин, тоже не читер. Так, а может их в другое место куда-нибудь тпхнуть? О, а вот и настоящий админ. И как вы тут оказались? A few moments later. Админ ушел, и мы продолжаем. Если бы мы были читерами, мы бы отсюда улетели. Так сейчас и улетите. Ой. Тачка пропала. Опять админы, блин, да что ж такое, я же объяснил. Короче, мне это уже реально надоело, блин. Админы не дают просто поприкалываться над игроками и поснимать для вас видео. Я уже несколько раз попросил их не делать ничего, не вмешиваться, блин, а они все равно лезут. Надеюсь, про хэштег вы помните, запускаем его. Ребята, только что вот этот вот механик ехал по встречке, врезался в дальнобойщика, и тот вылетел с трассы, честно вам скажу. Давайте-ка его вот так вот попробуем как-нибудь смотреть. Телепортировать. Сейчас вот так вот по чуть-чуть и в водичку. Бубух. Чего, блин? А это тебе, братан, за то, что ты сбил дальнобойщика. К сожалению, это на запись не попало, но я четко видел, как дальнобойщик просто улетел в одну сторону, а прицеп в другую. Не понял. Что? С чего вдруг админы здесь достают вообще игроков из воды? Ладно. Вот если что, прицеп того дальнобойщика, чтобы вы не подумали, что я обманываю. А вот, кстати, и сам дальнобойщик. Может быть, я ему помогу как-нибудь? Все, я вроде как вернул ему его прицеп, теперь осталось только зацепить. Все, бро, надеюсь, тебе такие чуваки больше не попадутся, которые ездят по встречке. Походу, со встречниками снова нужно начинать бороться. А этот механик со своим дружком уже взяли чью-то тачку. Я буду мстить за дальнобойщика до конца. Оп, и отцепляем машину. А как тебе такое? Снова прицепил и снова отцепляем. Тачка вообще где-то в другой стороне. Прицепил и снова отцепляем. Все, дружище, ты эту машину отсюда не увезешь. А, это, кстати, тачка его друга. Что-то они сделали там, сели в тачку, вышли из нее. Они что, думают, что это им поможет? Отцепляем. Нефиг ездить по встречке, дружище. Оп, а вот здесь тачка оказалась. Как тебе такое? Тачка просто будет их обгонять, короче. Вот он хочет ее прицепить. Оп, а машина уже здесь. Давай, дружище, еще разок. Может быть, у тебя получится? Оп, нет, не в этот раз. Тролль! Все, они решили ее кинуть, походу. Но она вас будет преследовать, ребят. А вот так. А вот так. Нет, что-то она, блин, в воздухе остается. Короче, он не выдержал и вышел из игры.